FPS на 10. Вот. Или не больше. На 15 метров. Что лучше? Я на самом деле думал, что ты сразу пишешь. Вообще в этот парс я спинтарится играет. Я пытаюсь все... его без топлива доточить. Вот долго уже мучаюсь с его этой машинкой, застрявшей. Она снова тащит ночь, потому что мегаскилл. Да он это, продал все свое топливо, а теперь заставляет меня еще мое тратить. Я его выбил, не продал. Ура! Все, мама, бросай меня. Ничего, сейчас еще дальше буду пробиваться. Воды. Тебе теперь здесь надо вписаться между деревьев. Угу, попробуем. Уже выглядит так, как будто ты не вписываешься. Все норм. Так, все, посмотрю дорогу. А нет, нифига. Чё, где я сел-то? Сейчас. Я прицеп, видимо, зацепился. Да, роспуск опять дерево какое-то задел. Ну, опять как обычно, тросиком. Да, тяну. Направо. А, здесь налево. Налево, только что-то не тянется. А нет, тянется. Погнали. Это единственное одно, но ни света его не вижу, ни звука двигателя, ничего нет. А я на самом деле без фар еду. Ну, обрубил. Тут все как в реале. Ну да. Темно, аж дышать нечем. Здесь это правее возьми, в общем, изначально. Там налево, в гору. Блин, вот мы проехали всего ничего, я уже 20 литров потратил. Не, я 15. Ничего, там еще будет уралик. Топливный. Огонь. В общем, как евротраки пошире головной машиной на повороте. Угу. Я уверен, обязательно кто-нибудь в комментариях спросит. Если что, у меня такие короткие эти бревна, чтобы это, его грузить. Потому вот что мало кран. Разве только такая вообще есть. Я очень боюсь, как бы у меня роспуск не перевернулся. Все, может быть. Просто здесь мы не соберем эти бревна все обратно в кучу. Да тут главное тебя поставить, собрать-то бревна, ладно. Собрать всегда можно. Главное тебя поставить потом на колеса. Ну да, тоже миссия не из легких будет. Ой, Мавр, стой, я застрял. Уже? Ну да, не хватает, буксую. А нет, еду.
Нет, не еду. Не веришь, я тебя потащу. Там зацепился? Да. Ничего страшного, я думаю, пройдем. А ты можешь уйти в луну убрать, а? Чего убрать? В луны. Нет, не дугает. А Олег сохраняется, когда этот фраб срежет на части. Во время этого его тормозит. Вообще, предлагаешь мне выйти из машины, пойти в луну и все убирать? Ну да. Которые тут сотни валяются. Да нет, ну в данном случае мне мешали те, которые были справа, а сейчас мне будут мешать те, которые слева. Все не надо убирать. У тебя сейчас вот здесь будет по грязи очень весело идти. Ой, ну ты трос тогда пока не отпускай, ладно. Вот я тогда здесь перевернулся. Вот не надо сейчас мне таких этих самых, не говори по-другому. Ватгерн. Подобрали эльфов команду. Ну или жители этого, черных, короче. Что? Ты забыл, как называется Нильфгард? Они... да, точно. Бывает, что. Я не виноват, просто видео притормаживает вот сейчас. Видео, кстати, 1080 сейчас идет. О, огонь. Возможно, от этого притормаживает. Ну, сделай 760 или 780, сколько там? Так, 720. А, 720, да. Ну... мне тогда придется это или начальное потом сжать, или два видео делать. Ну, тогда оставь все как есть, не парься. Все, возможно, еще отладаю. Сейчас ты на этом на твердую выйдешь из грязи. Ага. Своим ходом. Само собой. То у меня очень расход топлива большой. У тебя и большой, у меня 25 литров в минуту. А, ну ладно, у меня 16. Вот именно. Ты что, опять застрял? Не-не-не, я пытаюсь вторую передачу воткнуть, не получается. Не, ты что, на горе никогда не воткнешь. Заряд попался. Вообще на первой передаче расход меньше. У меня сейчас 8 литров. Расход. А ты на полном приводе, что ли? Да. Полный привод, дифференциал. У меня только дифференциал и расход сейчас 6 литров. Пробуем потрубать. 5 литров.
Грязюка. Периодически хоть показываешь, что сзади творится зрителям. Красиво смотрится. Показываю. Хорошо, когда есть подсказать, а то я сделал всего-то 1080 видео. А, ну я понял тебя. Извините. Обычно у нас в таких случаях, когда я служил, говорили, сейчас у тебя, надеюсь, 18+ будет видео. У меня канал 18+. А, ну тогда я скажу. Так у меня на всех видео слышно матеряться. А, ну окей. Так вот, у нас, когда я служил, в таких случаях говорили подсказчику хуй за щеку. Ну... Это я сейчас, грубо говоря, про себя сказал. Не потому что мне так хочется, а потому что нехер было подсказывать тебе. Вот я думал, сказать или не сказать. Ты извини, мне только девушки нравятся. Да я сам как бы женатый человек. Там грязюка прошла, да? А у меня все равно только дифференциал включен. Ой, вторая воткнулась. Только сейчас кто-то помешает спереди дальше разгоняться, да? Ага. Не, не помешал, нормально все. Ну, кстати, когда я тебя отцепил, притормаживания прекратились. Только подожду к тебе. То есть я во всем виноват был, да? Ну, возможно, компьютер не тянул обрабатывание видео и синхронизацию на трассе. What the fuck, а? Ну как так? Опять во всем виноват Барс. Да, а кто еще? Чик. Ей. Чего ты встал? Да, вторую подпас. А я воткнул. Хе-хе-ха, би-би-би. Читер. Я каждый раз, когда втыкаю это, пока втыкаю, останавливаюсь уже. Бывает. Нам, кстати, далеко еще ехать? Да. Нет, я лучше на первую поеду. И дальше, может быть, опять с приключениями. У меня топлива уже меньше полбака, поэтому на вторую я больше не ставлю вторую передачу. Че ты мне ветки под колеса накидал, мама? Все, что отвалилось, то лишнее. Ну ты и подметай дорогу, блин, на мусоре уже. Не. Так, я посмотрю, как тут ехать. Слышь, так вот не надо нас опять в какую-нибудь жопу тянуть. Нет. Ты не забывай, что у меня длинный распуск. Так вот проедем. О, кстати, мы недалеко от Уралов. Да. Поехали тут. И поехали. Ой, не туда поворачивай. Сам себе да маршрут отметил, а сам не туда поворачивал. Вот. Но я-то вот нормально пройду. Тут главное. Не завалить тут на бок. Хотя здесь, наверное, я смогу поставить. Места много. Не-не, нормально пройду. Умница. Начинаем водные процедуры. Тут надо что-то до машины выйти. Ты это периодически полный привод вырубаешь, чтобы экономить немножко топляк. У тебя сколько сейчас осталось? 190. Сколько? 190. Эй, что за смысл? Почему у меня 115? У тебя брёвна тяжелее, поэтому расход больше. Да, обидно.
А еще ты, видимо, плотнее сегодня кушал. Но я-то вообще толстый человек. Тут, видимо, разогнаться сейчас можно будет. Ага. Ну как получилось? Не, не получилось. Пока пытался воткнуть, как обычно. Ну-ка я сейчас попробую. О, у меня получилось. Получилось. И у тебя тоже? Да. Огонь. Дифференциал отрубил. А дальше, кстати, тут уже это все легко будет. Резко направо будет на асфальте. На самом деле барс не о зрителях заботится, а просто хочет в кадре оказаться. Да, я это очень тщеславный человек, у меня звездная болезнь. Я всегда, в принципе, мечтал оказаться на экране какого-нибудь телевизора, монитора, шоу, неважно. И раз у меня... Огонь. И раз у меня сейчас есть такая возможность, я совершенно наглым образом пользуюсь Мавром как средством достижения своего успеха, знаменитости. Это если что, для твоих зрителей рассказываю. Это понятно же. Ох ты, сразу два этих самых две ачивки открыл. Ну да, не все завершилось. Холм и Холмс в кооперативе. Всего 2,5 часа. Быстрый вариант прохода, при этом мы все карту исследовали. И все машины открыли. Огонь. Ну, на этом заканчиваю.